Моя девочка бьется током, но уже с переменным успехом. Моя девочка из анекдота, выпускница университета, верит в Бога, ругается матом и живее живых кукол, красит ногти клубничным лаком и за ручку гуляет с трупом. Труп имеет права и обязанности, позволяет себе вольности. Говорили ей, с ним не связывайся, ты совсем еще не в том возрасте. Говорили о том, что будущего нет. Моя девочка знает, что это правда. Существует одно настоящее, наступающее на грабли. Настоящее держат атланты. В настоящем они проживут еще много лет.